spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия бюджетных бизнес-рационных катушек, которая выпускается под чешским брендом Trim. Это линейка Vltava, на данный момент состоящая из трех моделей, весом от 250 до 295 граммов, с передаточным числом, составляющим 5,2 или 5,5 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 710. Катушки выполнены в серебристо-белых тонах с темно-красными элементами. При производстве корпуса использован ударопрочный пластик, с помощью которого получилось совместить одновременно надежность и сравнительно небольшой вес катушки. Чтобы снизить вибрацию во время вращения ротора, применяется его компьютерная балансировка. Система S-образного хода обеспечивает ровную и плотную укладку лески. С целью обеспечения максимально плотного хода в серии устанавливаются 7 подшипников из нержавеющей стали. Для предотвращения проворачивания в обратном направлении используется антиреверс. Основная шпуля сделана из дюралюминия. В зависимости от модели, лесоемкость составляет от 215 метров лески толщиной 0,18 мм до 245 метров монофила диаметром 0,25 мм. Для фиксации предусмотрена небольшая пластиковая клипса. Также отметим наличие усиленной полой дужки и ролика лесоукладывателя с покрытием из легированной стали, способного снижать перекручивание лески. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение. В нижней части предусмотрен небольшой рычажок реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. А после переключения ручку можно крутить в обе стороны. Сама металлическая рукоять оснащается плоским прорезиненным кнопом. Чтобы прижать ее к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукой модели сделать праворукую или наоборот. В комплектации предусмотрено наличие еще одной шпули. Она сделана из графита, но имеет такую же лесоемкость, как и основная. Может использоваться в качестве запасной или для намотки лески с другими характеристиками. А теперь давайте разберем Trim Vltava и посмотрим, как она устроена. Конструкция самого механизма простая и надежна. Но, как и всегда, мы рекомендуем избегать падения катушки на твердой поверхности или воду, защищать ее от песка и грязи, а также производите регулярное ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.